Валентин, есть такой момент, да, с самого начала не реализовали свое и дальше упустили нить. Вот так ли это и почему? Ну, тяжело сказать, почему, да. Сами привезли голы, я думаю. Ну, не забили мы, забили нам. Что тут говорить, проиграли сегодня, значит, заслуженно проиграли. Будем разбираться. А не было ли какой-то, не знаю, может быть, морально-ментальной усталости, только с выезда вернулись? Да я не думаю, что какая-то усталость. У нас был выходной, мы переключились где-то, да, с выезда отдохнули. Вчера поработали хорошо. Не знаю, не хочется какие-то отговорки искать, да, но сегодня мы проиграли. Другого ответа никакого не будет даже. Соперник был быстр, прессинговал много. Что еще можно отметить? Ну, у них североамериканский стиль, да. Они берут, бьют, не прокатываются. Там канадский стиль такой, да. Ну, я говорю, не знаю даже, что сказать, да. Но сегодня игра такая была, да, что мы, ну, проиграли. Бывают такие игры, что ты вроде стараешься, она... Сегодня, если видели, может, шайба как живая была у всей команды. Она просто скакала. И на линии ворот там она... Уже там в пятером они, по-моему, ее вытаскивали из ворот. Но она не зашла туда просто. Ну, значит, сегодня так будем выходить, готовиться к ЦСКА. У нас важный матч впереди. И завтра поработаем и будем настраиваться дальше. Ничего в этом нет, что проиграли. Ну, есть, конечно, да, что ну, поражение, оно есть поражение. Но надо забыть сегодняшний день и двигаться дальше. Таков хоккей. Есть такой момент, что подразобрали уже большинство наше такое ощущение, что-то новое нужно придумывать? Да я бы не сказал, что все равно моменты есть, проходит шайба, да, и, конечно, соперники не сидят на месте, все смотрят, разбирают, да, тем более, если не ошибаюсь, первая в лиге, да, у нас большинство, но все сейчас разбирают чужие команды, да, и не зашло. Будем работать. Мы каждый день работаем над реализацией большинства, и... Я думаю, все придет у нас. Мы на правильном пути. То есть даже отчасти не было какого-то многосбегающего режима, что ли, перед ЦСКА? Нет? Да, какой у нас... Они вчера проиграли. У нас хоккей такой, что у нас нельзя расслабляться. Расслабишься, будешь с трибуны смотреть. И это, что это вся команда понимает, и все стараются выложиться в каждом моменте. Сейчас ключевая проблема, может быть, это вот то, что один гол за три матча, да, так по атаке? Ну, может быть, да, я даже... Ну, не знал, что у нас один гол, да, за последние игры. Как бы, говорю, мы играем, живем сегодняшним днем, да. Сегодня мы проиграли, завтра мы проснемся, у нас будет другой день, новый день и новая игра впереди. Разберем ошибки, вспомним какие-то недочеты наши и будем двигаться, отталкиваться от нашей лучшей игры.